Изменения в системе образования, посещение, оценки, электронный журнал. Если есть вопросы, комментарии или замечания, на все ответят сотрудники мэрии. В управлении образования городской администрации с понедельника начинает работу горячая линия. Звонить можно в строго отведенное время с 15:00 до 17:00 по будням. Линия будет работать с 27 августа по 7 сентября. Номера вы видите на экране.